Всем привет, добро пожаловать в Республику Дагестан, город Каспийск, не так далеко от Махачкалы, столицы этой замечательной гостеприимной республики. Мы с вами на Анжи-арене, самой крупной спортивной арене Дагестана, она вмещает почти 25 тысяч зрителей. Махачкалинцы сегодня играют в традиционной для себя синей форме, ну а балтийцы в белой форме с темно-синими шортами. Ну и дома вот потеряли очки с тольяттинским «Акроном» 1-1, а в последнем туре обыграли «КамАЗ». Атака динамовцев. Высоко, кстати, динамовцы поднимаются. Мяч на чужой половине поля отбирают. Это Гаджиев. Дальше передача. Вот Гаджиев бьет с левой. Мяч летит над перекладиной. Изначально мяч подхватил Ражаб Магомедов. Тремя футболистами были расторгнуты контракты с формулировкой «отчислены за нарушение профессиональных норм и снижение требований к себе». Ну а здесь атака. Гаджиев с острого угла бил. И Евгений Латышонок сыграл блестяще. Вовремя вышел, сократил дистанцию, раскрылся в нижнем блоке. И мячу некуда было деваться, кроме как в широкую грудь голкипера Балтики. Отбираю динамовцы мяч в чужой штрафной. Подача. Гаджиев. Эх, если бы он заметил, что защитник уже потерял равновесие, он только бомбардиров именно нападающий Балтики. Заброс вперед. Здесь Ибрагимов. О, какая ошибка! Ибрагимов! Латышонок. Герой эпизода. Выскочил, бросился самоотверженно в ноги нападающему «Динамо». Последняя атака «Балтики». Заброс в штрафную. Мяч уже у ворот. Прострел. И вот это был голевейший момент. И «Балтика» могла вырвать победу в абсолютно равном и ничейном матче. И в этом плане справедливость сегодня восторжествовала, потому что ни «Динамовцы», ни «Балтийцы», прямо скажем, на гол не наиграли. Thank you.